Магазин «Электропара» представляет обзор специальной галогенной лампы для фотооптики. Модель лампы 64673 SP/81. Мощность лампы 300 Вт. Напряжение сетевое 230 Вольт. Цоколь GY9.5. Данная лампа имеет ультрафиолетовый фильтр. Имеет высокую степень нагрева, и лампы запрещено трогать руками, только салфеткой или в перчатках. Посмотрим на лампу без упаковки. Лампа имеет штриховый цоколь. Измерим габариты лампы. Длина лампы вместе со штырьками составляет 7,5 сантиметров. Ширина по основанию цоколя составляет 2,5 сантиметра. Ширина колбы 2 сантиметра. Данные лампы всегда есть в наличии в магазине «Электропара». Закажите их на сайте или позвоните по телефону.